За минувшие сутки в городе произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Одно из них произошло ночью за городом на Ташкентской трассе. Здесь столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и грузовая автомашина «Самосвал». Оба автомобиля шли в одном направлении. Столкновение произошло в тот момент, когда «Самосвал» стал поворачивать налево. Лена, она заводом на шоу там вот. Я ехал по своей полосе с поселка Забадам, включил поворотник. В это время самосвал стал поворачивать налево. У него скорость была приличная, наверное, 80 или 90 км в час. Не знал. Водитель самосвала, в свою очередь, предположил, что авария произошла в результате недооценки водителями дорожной ситуации. Он, когда включил поворот, наверное, подумал, что я его пропускаю, и поехал прямо. Одному из пострадавших в ДТП пассажиру ВАЗа медики оказали первую помощь. Сейчас в подробностях аварии разбираются дознаватели административной полиции. Сотрудники Байдебекского РУВД по горячим следам раскрыли факт скотокрадства, совершенного местным жителем. В феврале этого года к полицейским заявлениям обратился житель села Шаян, заявивший, что 23-летний односельчанин у него похитил лошадь. Здесь срастру барсында түнгі мезгілде Байдебек ауданы Жамбыл ауылына, яғни осы Шаян ауылынан 7 шақырым жердегі Жамбыл ауылына қарай кетіп бара жатқанын бір азамат көрген екен. В ходе опроса потерпевшего мы выяснили, что ночью в поле в 7 километрах от села Шаян он увидел человека с лошадью, направлявшегося в сторону села Джамбыл. Позже, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Джамбыл, мы разыскали подозреваемого гражданина Е с похищенной лошадью. Во время допроса он признался, что животное украл. Задержанным оказался житель села Шаян 1992 года рождения. Вы жауабында едеген азамат біріншіден мас халде болған. На допросе он пояснил, что в этот день был пьян и очень сильно нуждался в деньгах. Он знал, что у односельчанина гражданина А есть лошадь, знал и место, где хозяин ее завязывает. В этот вечер он решил ее украсть, чтобы в дальнейшем продать на базаре. Ранее задержанный был не судим. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса. Ведется следствие. С 1 по 10 апреля в области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В ходе этой операции с узакскими полицейскими были выявлены 30 несовершеннолетних детей, в позднее время находившихся вне дома после 11 часов вечера. На 20 родителей детей были составлены административные протоколы. Были обнаружены и более тяжелые правонарушения. В Шестербольном профилактическом есебне 8 часов спрям, және 8 несовершеннолетних в результате рейдового мероприятия были взяты на учет. Помимо этого, 6 апреля ночью, примерно в час, на улице Иманова был задержан несовершеннолетний с травматическим оружием. Сейчас назначена экспертиза, которая ответит на вопрос, применялось ли данное травматическое оружие при совершении преступлений. По этому факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 287 Уголовного кодекса. Сейчас следователи выясняют, где и для каких целей подросток приобрел пистолет.